день. Дождик то идет, то перестает идти, то ливень. Я еду за Ирочкой, и мы поедем на день рождения. Украшения я поменяла. Одела комплект. Такой вот комплектик. Кольцо, браслетик и колье. Давно не выгуливала, поэтому решила все вместе сегодня выгулять. Итак, мы приехали. Сад цветами. А, нам уже там карточками. Купили два букета цветов. Вот подарки. Вот, вот. Ку-ку. Я считаю, что красотка. Спасибо. Заходите. Заходим. Хозяин. I'm watching football. А, посмотри, он не готов. Выборожуля. Это кое что? Это, знаете, что? Поставил вазу. Да, ой, Люба, с днем рождения. Девочки, Ирочка, спасибо вам большое. Ты так хорошо выглядишь. Молодеешь с каждым годом. С днем рождения, с днем рождения. Подарки. Спасибо. Потому что у меня недоделки еще. Да не переживай, что. Люда только еще, она не приехала. Tanya is really a good housekeeper, but we closed our storage unit. Don't worry. So don't worry. We don't come here to... She tell, don't worry. It is, be ready. We're just gonna have a... Don't worry, everything good. I went to the balloon store this morning. So. Да. Речка там. Канал. Ага. Это канал. Баллончик можно будет разобрать, девочки, а то они сюда связались. Хорошо. Тань, уже хватит, уже столько еды. Нет, что вы? Что вы? Что вы? Уже... Что вы? Мы уже готовы садиться за стол, но Танюша нам не дает. Не дает. Говорит, еще не все. Какой у нас хлеб-то? Черный уже порезали, а там пыл жару. Вот тут какие уточки подплывают к нам. Ой, красота. Ждем еще одну девушку, Люду. Это ветер. Да. Как дела? Хорошо все. Я же целый год не бабушка, я тоже с внуком. Да. Не так часто. Из-за этого вирус хватается за маму, да. Руками и ногами. О, красиво. Видите, какие? Да. Нормально. Где ты такие розы достала? Девочки, можно вам сказать, что вы все такие красавицы? Ты тоже. Это сегодня утром. Спасибо. Красотки. От красоток и слышим. И он у меня спрашивает. Хлебосольная ты наша. Потом мужа попросишь фотки поделать. Они сами боятся. Так, держаться. Люда, хорошо выглядит. Я даже маску не успела сделать. Знаешь, девочки. Я так планировала. Зато хлеба напекла. Хлеба-то напекла от всякого. Коллаген. Тебе и маска будет. Ей надо коллаген. Да, будешь пробовать. Ответственный момент. Наверное, придется тебе трясти, чтобы она выскочила. Ой, слушайте, надо уже, наверное, сразу на лету ловить. Нет, сейчас уже это... Сейчас уже нет, не занимается. А все равно? Крути, крути. Ты знаешь, я... У тебя муж-то? Но я терпеливая. У тебя муж тогда открыл, Ира. Чтобы фонтана не было. Молодец. Специалист. Да? Это оказалось мужчину не надо. Я не знала, что это такое. Ты знаешь, не то, что специалист, я их открываю, может быть, раз в году. Давайте, пужерсики, девочки. Поможем. Давай. Оно сейчас усядет, можно добавить. Давайте добавим. За именинницу сначала, да, потом давай. Я уже буду левой. Но многих лет тебе. Спасибо большое, буду стараться. Давайте будем так, рубеж брать один год. Плюс
чтобы каждый год плюс, вот дожить до следующего года, да, вот сейчас пьем это на год, да, как бы вот это, желаем здоровья. А, ты имеешь в виду желание. Желаем здоровья и, ну, чтобы жизнь удалась за этот год. Чтобы мы моложе и моложе чувствовали, чтобы у нас на следующий год. Да, да, да. У нас энергия прибавлялась, а не убавлялась. Девочки, давайте. Разными путями. Давай, за тебя, конечно. Спасибо. Хозяюшка хлебосольная. Солнечная и доброжелательная, как я тебя знаю. Спасибо. И улыбчивая. Да. Так, хлопотуша. Нет, это экспериментальный. Это биц. Первый раз я приготовила. Вы знаете, стекла. Рецепт взяла, конечно, я на Ютубе. Вот. Повар Емельяненко готовит такой салат. И он приготовил, сказал, салат из свеклы. Это салат свекольный, понимаете? Я вижу, тут что столько всяких прибамбасов, девочки. Ну, очки вот посыпана. Сама ты не шла, папа делала. А у меня она растет в горшках. Я лучше не сажу, жареные? В саду, потому как что альмонды она, по-русски, я все время забываю. Возьмет все место. Но вот я сейчас не сезон. Мама, и ты необычайная бабушка. Потому что вот, как я смотрю, что ты делаешь, проводит викторины постоянно по скайпу с внуками, готовится к каждой встрече. Она опередила время, вот как сейчас учителя через тебя, компьютер. Да, да, да. Они у тебя же уже большие, да, что все понимают? Да, 13 старшему. По-моему, уже подростки. И Настена у нас 6 лет. 6, 13 до 6, 5 подросток человек. Подросток уже все будет, так трудный возраст. 5 внуков. Не заботятся о детях и внуках. Особенно на расстоянии. Около Танюшки крутится, мотал ее. Так. Что? Окрошка! Окрошечка! Говорит, суп будем есть. Ну, а мы усилили вентилятор, приготовились. Сейчас будем. Ты тебе место поставишь? Так, да, в серединке рассылки. Раздвигаем, раздвигаем. Просто... Представляете? Дело года 4 назад окрошку, может 5 лет. Да, наверное, да, один да, раз. Поместим. И у меня всегда было желание, а потом было нарезать вот это все. А я свекольник тоже делаю еще. Это окрошка? Люк, положи мне. Ой, прелесть. Нравится? Вкусно, да. Минеральная вода? Кому нравится? Минеральная вода? Да. Да. Очень нравится. Знаете, девочки, я бы с квасом. Я люблю с квасом. Ну, кваса нет хорошего. Нет хорошего. Кваса, да? Я покупала в русском магазине квас, но он сладкий. Не такой, как должен, правда? Ой, квас сладкий. Должен быть не сладкий, а кислый такой. Ну да. Танюша мясо принесла. Ирочка же вегетарианец, да, поэтому она делала без мяса. Миска, ложечку. А ты еще подливай себе. Подолью. Спасибо, спасибо. Спасибо. Это же наша кружка. Это сухое, это а это бардак сладкое, праздничный, девочки. Продолжается. А это виски со сливками. Кто хочет кабинет? Рыба. Кто хочет рыба. Виски со сливками, девочки? Виски со сливками. Танюшка. Морковка просто соблазнительная. Кусочек вот положила, чтобы морковочку поесть. Мы нигде не едим морковку, а здесь ее очень много. Да, не грубо? Вкусно. Ну, немножко грубовато. Расходится потихоньку. Как вообще внимательная котяночка. Ему сколько лет? Ему 33 лет. Ветерок уже. 33. Дождь, наверное, опять будет. А дочке 30. Поддувает шарики наши. А моей дочке 40. Гром, и дождь, сейчас, и песни у нас. Это здесь нет осени. Да, 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 да. Однокурсница мне прислала. Дожичек. Она осеннюю песню. Она поздравила меня с днем рождения и прислала мне осеннюю песенку. Девочки, вот я родилась осенью, у меня любимое время года. Да ты что? Вот идешь по парку, да, ковер лежит, ковер. Листьев. Эти, да, деревья. Я не знаю, я просто под небеса уходила, когда вот... У-ху! Ну, немножко страшно стало. В спальне у Танюши. Аутбэк там или еще что-нибудь. Я думаю, господи, ну вообще... Танюша карточки зачитывает. Мы уже 10 лет живем, а все мы этим рестораном... Все, но здесь самое главное в ресторан. Да нет, здесь самое не... главное, уже знали, что я люблю шопинг делать. И мне нужно куда-нибудь. Ворчит, что ей в ресторан карточки. Нет, родственники маршал, мужа дарили. $25 маршал. Ты такая счастливая. Как это вообще есть на $25? Вот такой вот маршал. Танюш, вот сейчас билетики чистить. Сейчас мы вот здесь вот это. Ага. Муж подарил, видите? Неужели ничего? Это нет, выиграла. Выиграла. Выиграла! Да ну. Да, конечно, еще не ясно. Это я просто в ожидании выберу.
не стоит. Выиграла что-то там, Танюшка. Я уже все это... Ну, кстати, продолжаем открывать подарки. Люда, я такая счастливая. Там после вам, крупного там выигрыша. А? Таня выиграла машину. Ура! Ура! Танечка, с днем рождения тебя. Желаю. Ну-ка покажи. После... Микронейл называется. Что называется? Микро, что? Микроиголки. Ой, ты, я пробовала лица. Больно так. О, мне так, нравится. Я очень устойчивая к боли. У меня... Я выбросила. Высокая. Может, это не такой? Мне присылали. Нет, это очень нежный. У меня высокая, нежный, да, наверное. Называется? Порог, порог чувствительности. У меня очень высокий. Каталочка. Поэтому у меня можно, знаете, чем? Продолжает это... наша счастливая именинница открывать подарки. Распределитель, да, наверное? Данка показывает. Да, девочки, это всегда что хорошо. Там? Это всегда хорошо. Да. Так, что же это такое? Это да. Маска, которую ты так. Маска. Какая маска? Я говорила, что ты забыла сегодня маску поставить. Спасибо, да. Масок у меня полно, но это меня наполнит мою коллекцию. Это хорошо. Так, это тоже маска, Люда. Это осенняя, синяя. Можно и на осенняя в разных видах. Потому что осенняя, я же осенью родилась. Это как шарфик, да? Ну, вообще-то, я думала, что можно на пляж. Можно и на пляж, можно у нас же тут по-разному. Потому что... Я свои шарфы всегда по-разному. И когда осень не по одному, а летом на пляж. Да вокруг груди заверни на свой купальник. Да, можно. Потому что мы когда ходим, она говорит, тут у тебя разные эти шарфики, как тебе удобно. И я сказала... Мы загорали, получили витамин D. Чисто американское поздравление. Тиджи Макс, слушайте. Спасибо, девчонки. Видишь? Это Любочка. Моя. Так, дайте душа, и это после душа крем. Для Ирочка, тела. Да не обнимайтесь, девчонки. Почему нельзя? Коронавирус. А, она испугалась, я уже забыла про этот вирус. Девочки, давайте уже конфликсовать. Я обожаю все такие вещи. Да? У меня дома их столько всего. Пользуешься? Любочка, а ты вообще? А это что? А это свечечка. Так не хочу, чтобы положительные стали. Она в ванну свою ляжет, свечечку зажгет, мы с этим помажется, а это мыло. Это я помылась, это я помазалась. Это свечечку поставила около своей ванны. Это да? Базенбиаш. Понюхай, тебе нравится? Ир, это базенбиаш? Нет, это... Танюшу снимает. Смотри на Люду. Ладно. Один, два, три. Мы попробуем. Знаешь, торт не получился. Не торт, а мне нет торта. Так вот давай. Последние у нас зарисовочки. Танюша. Не надо так близко к воде. Да, с белыми розами. Смотри на меня и не разговаривай. Вот. Один, два, три. Улыбайся. А мы уже домой, да? Ой, у нас коллективные съемки пошли. Так, видите, тут у нас с именинницей напоследок. Спасибо за вечеринку, Танюша. А ты снимаешь? Нет. Двигайтесь, двигайтесь. Встречаемся на 60-ти в следующем лете. Нифига себе, больше поводов не будет. Люб, а можешь сделать даже селфи? У Иры. Работает кондиционер. Хочет показать мне инжир. Это ну, жир, или как нарисовать? Ну так я так, таких покупаю. Ну-ка, это сухофрукт. Это не сухофрукт, это свежий фрукт. Так он ну-ка, дай я. А я думала... Black Mission. Black Mission. И еще есть Turkey Mission. Немножко вот они другие, те свежие, поменьше. Видишь, они да, мягкие, да. Они не... Ага. Они сочные бывают, так надо, чтобы посмотреть, чтобы они были сочные. А в каком отделе-то? В фруктах. Там, где фруктах. Яблоки, все. Там, где... Ну-ка, Black Mission. Black Mission Fix. А, все, теперь побежала. Буду... Побежала. Не надо? Нет. Точно? Точно.